Здорово, пацаны, и сегодня канал Доги Стайл, игрушка Фарминг Симулятор, ждут вас снова. В общем, прошу прощения опять за долгое отсутствие, ну правда много дел, сейчас еще пассивная начинается, в общем есть чем заниматься, но все же я выбрал в этот воскресный денек, а записываю я воскресенье, несколько модов интересных, на мой взгляд, и которые мы сегодня с вами рассмотрим, а это именно МТЗ-1221, который в последнее время почему-то очень мне импонирует, если честно. Ну, прям трактор, мне как трактор очень нравится, и не именно в игре, а в жизни. Интересный такой трактор, и мы сегодня посмотрим, разберемся, выскажу свое мнение. Также МТЗ-82.1, точно такой же у меня, кстати, фотки я выложу, наверное, в группу, уже скоро его доделали, наконец-таки. Кто состоит в группе, тот видел, что он там разбирался полностью до рамы, красился, варился, в общем, увидите, он там сейчас как новенький. И модпак у таких вот красов. Кстати, модпак этот весит очень мало по отношению даже пускай к МТЗшкам, к этим. Но он состоит из всего нужного, очень много модификаций и выглядит очень классно, так же как и едет. Это достойный такой конкурент МАЗам, КАМАЗам, МАНам, там всяким зелам. Тоже разберемся. Давайте тогда начнем, пожалуй, с автомобилей как раз, а потом перейдем к тракторам. Тут это поле, я все-таки для них немножко агрегатов купил и затестим. Так, начинаем с кразов тогда, погнали. Тут у нас при добавлении данного мода ссылочки будут в описании, все как обычно, может кто не знает, то разворачивайте описание, там все ссылки. Мод на краз добавляется, вот такой прям раздел кразы, то есть у нас стоит краз 258, вот один единственный автомобиль в неплохом таком качестве. Можем выбрать цвет обода, то есть цвет колес вот меняется. Я буду делать в ярких цветах, чтобы вы уже понимали, в чем здесь разница. И основной цвет также мы можем поменять, допустим, желтый, но это меняется кабина, сам цвет. Какой цвет уже выбрать, это дело ваше. Смотрите, как красиво крас, прям надпись такая. По характеристикам у нас 67 км в час, ну, малая скорость, но это, скорее всего, уже более такой тягач, тяговитый, точнее, он, чем скоростной транспорт. Поэтому, ну, на это не особо обращайте внимание. Хватит, в принципе, если для леса, так вообще с головой хватит такой скорости. Да и вообще нормальная, в принципе, скорость. Объем бака 330 литров, 66 литров для топлива там специального какого-то, помню, присадочного. И 240 лошадиных сил мощность двигателя. Двигатель здесь EMZ. Далее, из дизайна. Дизайн у нас есть следующий, то есть мы добавляем стандартный дизайн. Далее, вот такие вот усики добавляются, антенки. Вот, я специально вам мышкой показываю, вот эти антенки, видите, убираются, добавляются. Далее, значок, а ну подождите-ка. Добавляется вот сюда вот значок, вот он, маленький. Огнетушитель сзади вешается. Усы, вот эти, плюс значок. И усы плюс огнетушитель. Значок плюс огнетушитель. И можно посмотреть все, и усы, и значок, и огнетушитель. Ну, это такая очень мелкая доработка, но она есть. Далее, госномер. Мы можем менять номер автомобиля. Хоп, хос. Ну, в общем, я не знаю, какой вам удобно, тут и ставьте. Далее у нас есть крепление, есть стандартное, есть перевозка топлива. То есть добавляется мигалка большая и вот здесь вот перевозка топлива, смотрите. Тоже сразу понятно, что мы будем вести топливо. Также есть выбор двигателя. Двигатель EMZ-238, это, ну, восьмака атмосферная, и EMZ-238M2. Кстати, я не знаю, что значит M2. По мощностям здесь ничего, кажется, не меняется. Да, ничего не меняется. Поэтому, кто знает, чем отличие обычно 238 EMZ от M2, ну, напишите в комментах. И выбор колес. У нас такие более колеса для дороги, наверное, трассовые, и уже для полей, для горной местности, для грязи, наверное, вот такие вот колесики имеются, М92. Так, с машиной разобрались, также давайте теперь посмотрим, что за прицепы к нему есть. У нас есть прицеп огнеопасно для перевозки горючего, для, ну, в данном случае для солярки. Вот такой вот прицепчик, выглядит неплохо, меняется цвет обода, цвет дизайна даже меняется, то есть вот этой вот вставочки, и сама бочка, то есть тоже можно поменять цвет. Ну да, смотрите, о, красная, огнеопасно, здоровая, конечно, бочка, огнетушители, конфигурация, автономный насос, она, кстати, никак здесь не выглядит. Нет, ничего не меняется. Госномер также меняется. И также колеса мы можем выбрать, какие нам нравятся. Либо вот такие более шипованные, либо стандартные.
Далее у нас есть для перевозки воды. Вот такая вот тоже цистерна. Ну, она похожа очень на перевозку топлива, но уже цвета немножко другие. Также можете брать. Также насос есть. Я потом не знаю, как он здесь будет влиять. Ну, в общем, тянет. Ставьте. А вместимость у него 22 тысячи литров. Что здесь, да. Далее вот такой вот прицеп SP22M. Прицепчик выглядит, конечно, маленький, но такой массивный, кажется. Также есть выбор цвета. Вместимость этого прицепа 22 тысячи литров. Ну, 22 тонны, как я привык говорить. 22 тонны зерна можете сюда засыпать. Также все те же модификации можете выбрать. Номер, дизайн и колеса. И самый, наверное, большой прицеп, вместимость 60 тысяч литров. Это такой прицеп-зерновоз. Очень крутой, конечно. Блин, классный. Тоже меняете цвет основной. Можете в любой абсолютно перекрасить. Цвет полога это, походу, да? Ну да, можете полог покрасить. И диски также. Госномер, дизайн и выбор колес по стандарту. И трал. Трал для перевозки другой техники. Вот, пожалуйста, выбирайте. Также цвет все также меняется. Ну, думаю, вы поняли. Давайте посмотрим, как это выглядит в игре. Я специально купил два краза. Один такой зерновоз, который может из поля довести и в магазин поехать сдать. И второй, вот он, огнеопасно для перевозки топлива. Выглядят неплохо эти узелы и кразы. Я оговорился, открывается дверь, садится, снимается ручник. По поводу света, освещение работает. В салоне даже увидите, как он свет засветил сразу, да? А где в салоне? Ух ты, лампочка даже в салоне включается, нифига себе. Класс. Прикольно. Так, сигнал. Самое интересное, вы видели, какие здесь дудки стоят? Вот эти дудки. Слушаем. Фафакает, как будто это какой-то тепловоз. Заводится, звук приятный, едет приятно, ведет себя тоже хорошо на дороге. Шланги все анимированы. Оттормаживаемся туго. Задний ход никогда сверху вот светит. Валить можем, выгружаться либо на левую сторону, либо на правую. Так, тут трафик, конечно, меня затрахает, да? Все, он едет, отлично едет. Я даже сейчас с горки, чтобы максималку быстрее набрать. Ну, звук вы слышите, и он управляется. Да, 67 это его максималка, управляется отлично, звук приятный в работе. Очень хорошо себя ведет, в гору, конечно. Ну, тут горка такая сильная, но он идет тяжко. Вот, кстати, вот этот склон сейчас и поможет нам эти белорусы и протестить. Ну, блин, для 82-го там агрегате, конечно, я взял послабее, чем для 1221. В общем, вот такой вот крас, такой вот весь модпак. Кому нравится, пожалуйста, скачивайте, играйте, кому интересно. Так, ладно, давайте следующий смотреть в МТЗ-82.1. Находится он в разделе «Малые тракторы». Стоимость, блин, опять маленькая, 12 тысяч всего евро. Значит, здесь 3-4 километра максимальная скорость, правдивая скорость, 156 литров бак. Не знаю, много, наверное, там литров 110, наверное, влазит всего. 81 лошадиная сила, это все верно, да, 60 киловатт. Мы также можем поменять цвет обода, какой нам нравится, хотите черный сделайте. Цвет дизайна я, кстати, так и не понял, что значит этот цвет дизайна. Я клацал, не нашел, правда не нашел, что меняется. Цвет ступицы тоже можем поменять, вот она ступица, можем белый, вот видите, меняется. Также и передние колеса, и вот черный. Ну, я думаю, давайте вот такие вот поставим. Вот. И вот оно более-менее красиво так. Может, дизайн это крыша? Да нет, крыша не меняется. Так и не сообразил я, что значит цвет дизайна. Основной цвет красный и зеленый. Зеленый я, конечно, не видел. Белорус красный вполне себе классно выглядит. 82 в красном цвете. Тут щиточки, смотрите, все. Че это желтенький такой щиток, я не пойму. Нет, у меня такого нету. Дизайн есть выбор такой. Вариант 2. А, сверху. Обратите внимание. Блин. Вот они, вот эти вот лампочки. Меняем мы первый вариант и второй вариант. Квадратные лампы такие. Ну, квадратные, прикольные. Догружатель задних колес. То есть мы вот такие вот догружатели вешаем сюда. И сразу мы видим, трактор начинает проседать.
Вот много так навешали, раз убрали, он поднялся. Ну, блин, я думаю, для 82-го мне кажется, не нужен догружатель, потому что у него передок гребет, поэтому нафиг оно. Это 80-му, ладно, еще имело бы смысл, чтобы жопу нагрузить, там, допустим, под куном или еще как-нибудь. А для 82-го нет смысла. Выбор руля. Руль у нас здесь стоит стандартный. У меня, кстати, такой руль. Это старый образец, оказывается. Новый образец, уже тройной такой руль. Ну, опять, кому какой нравится, тот и ставьте. Старый, новый. Крепление фронтального погрузчика, кстати, с этим модом идет также фронтальный погрузчик быстросъемный, по-моему. Ну, круг-то, который выглядит, я сейчас его покажу мельком, покупать я его не стал. И проблесковый маяк ставим вот такой вот. Так, здесь мы посмотрели, в общем, по характеристикам разобрались. Идем во фронтальные погрузчики, и вот с ним идет сколько всяких навесок. Смотрите, сам погрузчик, наверное, он, да, идет с этим, с 82-м. Вот такая вот стрела идет, быстросъемная, меняется цвет. А какой еще цвет? Еще и желтый есть, нифига себе. Также у нас вилы для тюков, вилы захват для сена, смотрите какие, выбор цвета тоже есть. Вилы для палет, универсальный ковш и такой универсальный ковш с захватом. Ну, блин, полезная вещь, я бы, наверное, пользовался таким скорее, чем таким. Ну, опять, кому как удобно. В общем, вот он, 82-й так выглядит, новенький, красивенький. Бачок омывателя, да, походу здесь? Нифига себе, у меня такого, конечно, нету, блин, знак МТЗ. Но это новый, у меня 2003 года, а это прям нулевый, видно, вот этого значка уже не так, значок сделан, решетка у меня не такая, ну, уже такая, но была не такая. Ну, прикольно выглядит, прикольно. Ладно, давайте запустим. По звуку, что могу сказать, я на нем уже покатался в игре. Ну, такой звук, как бы вроде и его, а вроде и не очень такой интересный. По салончику. Салончик здесь огнетушитель. Здесь новая панель приборов. Подсветка. Очень ярко сделана подсветка. Ее немножко как-то смазать, размазать. Я не шарю, как это делается, но было бы неплохо, чтобы она была поприятней. Так, полики сделаны, рычажки, все здесь, это все сделано. Неплохо. Так, ладно, свет вырубаем. Давайте затестим. К нему я сейчас подцепил дисковые бороны. Где они? Дисковые бороны модовые, которые требуют 61 лошадиную силу всего. У него 80, он с ними должен справляться в легкую, поэтому сейчас я немножечко съезжу под бугор, потом немножечко поднимусь и проверю. Не обращать внимания, то, что поле засеяно, это не карьера, это просто я запустил новую игру и чисто для теста купил поле и попробую сейчас. От первого лица рабочая скорость 17 км в час, как мы видим, зеркала все рабочие. Вот, кстати, насчет зеркал нормально сделано, что их видно. По звуку вы сами сейчас слышите, как он работает. Да, в принципе, наверх, когда тянет, неплохо он работает. Ну, в горку, как вы видите, он уже тянет потяжелее. Он скорость потерял. Вниз он 13, аж летела рабочая скорость, развивал. Сейчас 11 он тянет горку. Ну, блин, он опять же, он легко справляется. Конечно, задолбешься с такими дисками борными здесь кататься по полю, но все же. И давайте глянем теперь уже, перейдем. В общем, выводы свои вы сделаете, я свои тоже сделал. Он интересен, он сразу пачкаться, видите, начал. Офигеть, диски сразу испачкались под крылки, да, крылья тоже, грязь появилась. Но он пачкается, прикольно, может, вид у него даже интереснее еще будет. И теперь давайте перейдем уже к 1221. Не так давно я познакомился с данным трактором, даже в реале как бы я его видел, катался, и он меня удивил. Он очень интересный такой агрегат, очень интересно работает, звук его вообще кайфовый. А тут я наткнулся еще и на мод, свеженький мод, выложенный буквально там несколько дней назад, может быть, дней 5. Давайте начнем с характеристик, а потом уже будем мнение выражать. Так, где он в средних, наверное, находится? Да, в средних 1221 с доп. Аксессуарами. Вот, смотрим, такой вот Беларус. Значит, вот так он выглядит, Беларус. У нас 42 км в час, он ездит быстрее, чем 82-й, 130 литров бак, а бак почему-то меньше, чем на том. Ну, блин, тут где-то и есть, так, у него бака не хватает до вечера даже, он его сжигает, по-моему, насколько я знаю, до вечера на полных баках он не дорабатывает, нужно дозаправлять. 130 лошадиных сил. По поводу лошадиных сил заявлять ничего не буду, я не особо знаю, не особо силен, знаю, что здесь шестака, шестицилиндровый рядный двигатель и турбины. Интеркулеры эти, турбины, короче, есть одна или сколько.
Насчет этого тоже не знаю. Знаю, что есть турбина, он свистит. Как, почти как Киральц, но нет. Есть модификации. Щитки, без щитков и щитки. С щитками не видел, и мне кажется, будет греться, поэтому без щитков, конечно же, прикольней. Капот один. А, дизайн. То есть мы имеем вот такую решетку. Пустую решетку фары по бокам. Ну, такая не нравится мне. И такая просто скоемочка. Не, это фигня стандартная, более интересная, самая первая, и поэтому ее оставляем. Доп ящик с оборудованием. Нет, бока с ящиком здесь. И здесь ящик с оборудованием. Туда можете котлеты положить, там обед домашний, в общем, ну, что угодно. Или ключи. Ну, я оставил на своем. Есть также вариант поставить кондиционер. Это без кондиционера у нас крыша, а это с кондиционером. Ну и, блин, 1221 без кондера. Конечно, надо кондер ставить, почему бы нет. Также наклейка Sarex. Я не знаю, что это значит. Может быть, завод, на котором он производился. Ну, ставим эту наклейку или убираем. И проблесковый маяк, так же, как на 82-м, можно поставить. Далее, выбор вот этого фильтра воздушного с моноциклоном. Или просто труба, выведенная вверх. Вот такая вот. Якобы, чтобы защититься от пыли. Сверху забирать воздух. Ну, поставим обычную стандартную. И крепление погрузчика. Уже вот такой вот погрузчик здесь ставится. Ну, наверное, подойдет даже любой стандартный из игры. Выбор колес такой. И спарка. Ну, спарка тоже нам не интересно, поэтому поставим обычный. Есть выбор цвета. Выбор цвета у нас либо темно-красный, либо ярко-красный, либо такой более голубой, либо темно-синий, да, немножко. Цвет обода также мы можем менять, даже в синий. Ну, а какой вам нравится, такой и ставите цвет обода. Хоть черный, такой, мне кажется, будет более интересно смотреться, серенький. В общем, все, пожалуй, давайте теперь переходить к нему и смотреть. Я сейчас сяду, как по заявлениям автора, там я даже видел фотографии, он неплохо так ушатывается. Поле, если на нем прям трудиться здорово, то он краска начинает, короче, там линять, он весь такой подряпанный, пошкрябанный, он пачкается, и краска же устает, сильно обдирается, обчухивается. Он потрепанный, выглядит очень атмосферно, прикольно. И так он как бы выглядит неплохо. Садимся внутрь, панелька более темная, без подсветки, с подсветкой. Вот здесь подсветка реализована намного лучше, чем на 82-м. Видите, она не яркая, тут все можно рассмотреть. Завожу. Свет работает, все работает. Звук его, по-моему. Вот, я начинаю ехать. Мы слышим и турбинки, слышим, и все оно здесь работает отлично. Не знаю, мне нравится, как он работает. Я прям чую эту мощь. Так что, блин, ну не знаю, мне, по крайней мере, очень даже нравится этот мод, а там уже смотрите сами, как вам. Ну, моща в нем чувствуется, турбины есть, он подхватывает бодрей. Также к нему я сейчас купил для теста тоже дисковые бороны, только, ну, из стандартных. Вот, 5-метровый захват, требует 140 лошадиных сил. Как мы помним, у нас 130 лошадиных сил, здесь 140 требуется для работы, чуть меньше. Ну, это модовая техника, и в конце концов это Беларусь, тягает он и не такое. Поэтому сейчас посмотрю, я раскидываю, проезжаю вниз, вверх и смотрю, как оно это себя ведет. По магазину, сколько рабочая скорость у него? 17 километров в час, да? Ну все, тестим. Поехали. Ну, с горы даже не почувствовал. Набрал 17-ку резко. Как мы видим, колеса уже начали пачкаться. Мне очень нравится работать на нем. Вот я сейчас еду, блин. Мы видим, что человечек, который сидит, он на кресле шевелится, играет. Подвеска немножко отрабатывает, видно. Блин, ну прикольно, по колее я бы прошел. В тягу, когда мы уже наверх начали подниматься, уже слышим, как заработали как бы турбины, свист. Офигеть, звук, кайф. Зеркала работают. Блин, звук вообще бомбовский. Охренетенько, ну кайфово маслает. Колеса, как видите, испачкались. Опять же, блин, я не знаю, он не набрал, пускай, максимальную скорость, но тут, смотрите, какая гора, во-первых. Здоровенная гора, уклон такой. Он вытянул, и с этим звуком, смотрите, колеса испачкались. Диски испачкались.
А он еще пока нет. А ну я могу поставить грязь. Грязь средняя, быстрая грязь. А ну еще кружочек. Блин, мне просто нравится в натуре этот 91 очень. Вот из-за его звука. Это, наверное, самая главная особенность. И вот он, правда, пачкается неплохо. Я сейчас попробую еще вверх доехать и посмотрю, как он себя поведет. Сам металл. Будет он вымазываться или нужно его долго пачкать? Не, ну с горы, в принципе, да, он почему, ну, это легко набрать свою максимальную скорость, но я пытаюсь, вот, смотрите, какой уклон. И все, сразу же чувствуется, что он пошел в натяг. Офигеть, он душится, ну тянет. Кайф. Блин, не знаю, как ребенок радуется. Скорость показана. Не, это реально класс, не знаю, вот опять же, судить, конечно, вам, но я бы рекомендовал скачать его. Очень прикольный мод, очень прикольный звук и реально атмосферно работать. Еще бы... Как он проваливается, смотрите, в землю. Оп, наклонился. Блин. Окей. Хочу. Не скачал я пак плугов. Но так и быть, я сейчас поеду, подцеплю все-таки плуг, посмотрю, как он с плугом себя ведет. Мне прям, ну, реально стало интересно. Тут уже, как бы, пацаны, кто не хочет досматривать, то ссылочки на моды в описании. А кто хочет досмотреть, кому стало интересно, так же, как и мне. Так, 150 лошадиных сил. Это на 20 лошадиных сил требуется больше. Окей, возьму его. Универсальные, полосовые универсальные. На 20 лошадиных сил требуется мощностей больше, чем имеет наш белорус. О, грязь обсыпалась. Охренеть. Ух ты, он сразу присел как. Ни хрена себе. Но это здоровый очень плуг, правда, для него. Это, блин, это 150 им надо хотя бы тягать. Так, заглубляю и пошел. Подождите, надо посмотреть. Плуги. Рабочая скорость 12 км в час. Попер. Сейчас вниз, вверх и посмотрим. Вниз он двенашку идет, он тянет его, да? Так, он плуг оборотный, но я не буду ничего тут оборачивать и правым колесом ехать. Ну, в общем, мне чисто интересна его тяга. Вниз он свою рабочую скорость делает. Колеса опять вымазались. Зеркала работают. Так, поехал. Охренеть. Ну он тянет 7 километров. Блин, конечно, в 2 раза медленнее, но это в горн. Я думаю, по прямой он с этим плугом справится. Так, 8 километров в час. Ради интереса. Ради интереса я должен это попробовать. Запомнили, как тянул 8 км в час, да? Хороший такой белорусик. 82-й, ты старичок. Пойдем. Покажи, на что ты способен. Блин, это просто маразм, конечно. В 2 раза плуг превышает мощность данного трактора, но... Но я, блин, должен попробовать. Это без всяких модов на физику, там, на почву, поэтому все, углубились. Поехали. Серьезно? Чё, блин? Чего? Он почти так же едет. 6-7 километров в час. Тот ехал 8. Вы серьезно? 82-й с таким плугом? Пиздец. Я угораю, вообще жесть.
Короче, пацаны, делайте выводы сами. 82-й хорош, 82-й старичок, который на дыре не перестает удивлять. Он всегда удивлял и не перестанет, и проработает еще больше, чем ваши кейсы Джон Дир и всякие там Нью-Холланды. Потому что 82-й это классика, по-моему, неубиваемая. А вот 1221, сам мод интересно сделан, и как трактор он по доступности, в принципе, доступен по сравнению с остальными, я имею в виду в жизни. И так, в принципе, трактор неплох, поэтому в игре мне понравилось его... Ну, звук двигателя, его звук турбин, как он работает, как он тянет. Внешне он красивый, как бы, ну, очень. И плюс также у него прикольная вот эта вот физика старения, вымазывания, грязь обсыпается. Ну, интересно выглядит, поэтому рекомендую, пожалуй, к скачиванию. Сегодня, как я считаю, у меня плохих, откровенно, модов не было. Крас, отличный мод, отличный тематический. Опять же, для кого-то, может быть, он будет интересен. Я лично лучше бы скачал себе пак КамАЗов, допустим, и пак Зилов, и катался бы с ними. Ну, кто-то, может, по Красам там специализируется, качаете Крас, катаетесь. Мод охренительный. 82-й, их куча, отличий у них особо нету. Ну, прикольно сделан, как вы видели в игре. Опять же, понравился визуально, берите. По звуку понравился, все, берите, скачите, играйте. Но, опять же, в нем ничего особенного нету, модов куча на 82-й и на 80-е. А вот 1221, я когда-то качал себе, мне показался он каким-то таким деревянненьким. Этот уже мод веселее, его уже немножко доработали, доделали. Всякие модификации подобавляли. Ну, в общем, покататься можно. Поэтому, опять же, делать выводы вам. Моды были прикольные. Кому интересно, скачивайте. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.